Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили готовность новых очистных сооружений в военном городке Кубинка-2. В инспекции принял участие заместитель председателя МОС облдумы Олег Рожнов. Строительство объекта ведется с 2016 года. За это время сменилось несколько подрядчиков. Возведение неоднократно останавливалось. Подрядчик со стороны Министерства обороны обязался начать пусконаладочные работы 1 июня, а полностью завершить к концу этого года. Очистные сооружения будут обслуживать три военных городка.